ищите низкие цены на рекламу, они здесь. ТВ и радио на Патриаршей. Наши цены не растут. Заказ рекламы по телефону 42 28 28. Более 3000 выпускников за 55 лет. В Национальной президентской школе-интернате для одаренных детей готовятся отметить юбилей. Школа была открыта в 1960 году. И с тех пор это настоящая кузница национальных творческих кадров в области культуры и искусств. Среди его выпускников и заслуженные художники России. Евгений Иранов, Иван Ембердов, дирижер театра оперы и балета имени Эрика Сапаева Григорий Архипов, композиторы Вениамин Захаров и Сергей Маков, руководители ансамбля «Мари Кундем», Алексей Волков и не только. В юбилейный год планов у школы-интерната немало. Это и концерты, фестивали, мастер-классы известных ее выпускников. У нас фестивальный год будет очень насыщенным, очень праздничным. И, конечно же, финальный день будет очень таким интересным. Сценарий уже готовим и планируем много встреч, много мероприятий, и будут привлечены все выпускники, желающие, и будем ждать предложения от всех наших выпускников. Главное отличие Национальной президентской школы-интерната для одаренных детей от остальных образовательных учреждений – это совмещение сразу двух программ – общеобразовательной и творческой. А какое именно творчество для себя выбрать – музыку, рисование или танцы – ребенок выбирает сам. Здесь учатся ребята со всей республики. Несмотря на нагрузку, конкурс в школу всегда высокий – от 5 до 10 человек на место. Сейчас здесь учатся около 300 детей, из них почти 200 приехали в город из сел и деревень. Увеличьте ваши продажи, обеспечьте рост ваших доходов, привлеките внимание к вашему бизнесу. Мы знаем, как это сделать. Реклама на радио и телевидении, ТВ и радио на Патриаршей. Реклама прозвучит именно тогда, когда это необходимо. Каждая рекламная кампания разрабатывается индивидуально, и мы гарантируем эффективность рекламы. ТВ и радио на Патриаршей снижает цены на производство и размещение рекламы. Убедитесь лично. 42 28 28. Реклама на радио и телевидении. 42 28 28.